Майни вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию по Undertale, которая называется Underverse 0.1, часть 1, 2 и 3. Погнали смотреть. Озвучено Денчиком. Денчиком. Мы сделали это, ха-ха-ха, это половина души оригинального Санса. Окей. Сейчас у меня есть идея получше. Давай создадим собственную вселенную. Собственную вселенную с одной души? С половиной души? Так возможно вообще? Нам не нужно жить в этом отдельном скучном мире. Мы можем сделать его намного интереснее. Во-первых, давай поглотим его душу. Да. Окей, это внутри него еще Санс. В чем дело? Ты... Я не уверен насчет этого Чара. Ага, то есть Санс и Чара в одном лице. Бороться. Почему мы должны это делать? Ты боишься освободить меня? Я держу обещание, Санс. Я обещаю быть твоим другом. Та темнота дней закончится. Для чего новый мир тогда создавать? Можешь в другом мире создавать. Ты сдался много лет назад, а я нет. Окей. Я буду помогать тебе строить наш потерянный мир. Вот куда у нее решимость тогда. Не добьемся. Давай просто сделаем это. Окей. Вы использовали душу Санса. Ты вылечился на 0,5 хп. Внутри тебя новая душа. Окей. Половина хп, это вообще странно на самом-то деле. Так, твое имя Инг, да? Ага, приятно познакомиться. Мне так жаль, Санс, я никогда не подумал, что такое может случиться. Все хорошо, приятель, я не мертв, по крайней мере, не до конца. Наполовиночку. Похоже, этот парень любит делать неприятности. А для оптимистов наполовину жив. Вот такие дела. Он напуган. Что ж, эта история долгая. Санс-художник хочет поговорить с кем-то. Слушать? Нетушки, убирайся отсюда. Мой бро, остальные будут здесь через 20 минут, так что, полагаю, мы можем поговорить об... Ты хочешь знать, кто такой К? Замечательно! Сорян за это. В любом случае, все началось с простой капли в далекой вселенной. Все выглядело нормально, твой таймлайн... О, музыка. Шикарная. ...продолжали существовать. Вдруг я почувствовал появление новой вселенной. Это было очень сильное присутствие. Был безжалостный звук капающей воды, и я не сдержался и так решил пойти туда. Я горел желанием встретиться с обитателями, но здесь абсолютно никого не было. На самом деле это были его слезы. Окей. Санс? Он был очень напуган, его разум был захвачен ужасом. Он знал, что был кто-то еще. Однако вскоре мы немного сблизились, и он сказал мне его имя. Он называет себя Кросс, единственный выживший в геноцитране без возможности перезапуска. Подожди секунду, если он был в таймлайне геноцида, то где человек, который его вызвал? Чара запечаталась внутри тела Кросса. Как у них это получилось, он никогда не говорил мне. Во-первых, они действовали как два существа, отдельные друг от друга. Однако я навещал Кросса, составлял его компанию. Он выиграл полный контроль над обеими душами. Меда мило, на самом деле. Круто. Своровал кисточку. В один день, в то время как мы рисовали, он поднялся. Он довольно смотрел вниз в раздумьях. Он говорил мне, что однотонного цвета ребенок появился в его мире, пытаясь убедить его идти в другое место к другим выжившим, похожим на него. Он отказался идти, потому что он был убежден, что его мир до сих пор жив. Он был убежден, что я мог помочь ему. Когда я сказал, что я не могу воскрешать мертвых людей, его лицо... И... О чем мы только что говорили? Парень, оп. С тобой что-то не так? Во всяком случае, на фоне была музыка от Эми, что ли? Потому что он встретил конец всего одиночества. Инг? Это ты? Это место довольно большое для одного существа. Эррор, Санс? Окей, об нем я знаю немножко. Очень странно, в конце подлагивающий звук, типа, это вся тема Эррор Санса. Ну, блин, на самом деле, сложно пока воспринимать всю информацию, надо было все-таки почитать все абсолютно комиксы, ну, серьезно, у меня времени на это
чисто нет. Но это довольно занимательно, занимательно, скажу вам так. Было интересно. То есть буду смотреть следующие части, буду все больше и больше понимать в этой теме. Надеюсь, вы меня поддержите. Вот такие вот дела. Спасибо вам, ребята, что смотрели со мной это видео. Денчику спасибо за озвучку. И меньше тихонько микрофоном, когда записываешь, потому что иногда слышно, что микрофон стучит. Это тебе мой такой совет небольшой, как человек, который немножко связан со звуком. Окей. Окей, бро. Спасибо большое всем, кто пришел. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Подпишитесь на группу ВКонтакте. На меня. Личную, точнее, на мою личную страничку ВКонтакте. Тоже подпишитесь. Будьте классными. Я почти выздоровел. Очень быстро. Или, по крайней мере, мне так кажется. Но мне сейчас намного лучше, чем вчера. Это по-любому. Окей. Всем спасибо еще раз. Всем пока.